10 баллов Шандарам. Шикарнейший фильм для расслабления, для души. Тут вам и любовь, и дружба, и криминал. Но главное, очень интересно подглядеть, как глазок. Потому что я никогда ничего подобного не видел о жизни в Индии, в одном из самых больших ее городов. Тут тебе и трущобы, и дворцы, и красивые женщины, и местные авторитеты, бандиты. Ну, в общем, все как надо и правдиво. Хотя трудно представить себе, как это можно было смонтировать, чтобы человек из нормальной страны оказался в трущобах индийских. Очень правдиво. И одновременно он, ну вы посмотрите. В общем,